В Красноярске стартовал национальный чемпионат по робототехнике. Больше 3000 участников приехали в наш город, чтобы презентовать свои проекты. Роботы-погрузчики, приборы для сотрудников ГЭС и роботизированные игры – все это сделали дети. С подробностями о первом дне чемпионата Ксения Гречихина. Это простые мебельные направляющие, которые мы купили в ближайшем магазине и смогли их использовать для нашего робота. Казалось бы, самые простые предметы становятся технологичными роботами. Мини-погрузчики, роботизированный керлинг и даже космические приборы. Все это роботы детей, которые приехали со всей страны, чтобы посоревноваться. Роботов они создают таких, которые помогут различным предприятиям. Так погрузчика соорудила команда робототехников из Санкт-Петербурга. Он может быть полезен, получается, на производстве. То есть это фабрики, то есть это доставка разных грузов, это то есть как уменьшенная копия тех же самых, например, погрузчиков. Да. Вот. То есть, получается, может использоваться на предприятии, как уже сказал, на складах, то есть по доставке в принципе. Детишки, конечно, не обходятся без помощи своих наставников. Союз опытных тренеров и юных мастеров со своими креативными идеями создают технологии будущего. Часто сами дети, инициаторы проектов и их взгляды на разработку радуют и удивляют старших наставников. Мне классно, мне нравится. Я сам по образованию, вот у меня приборостроение образования, соответственно, это вот моя часть моего образования, плюс еще то, что я делюсь своими знаниями с ребятами, и они что-то новое узнают, приносят, показывают. То есть это, не знаю, я вдохновляюсь этой работой, мне нравится. Классно. Поработать с детьми классно. Национальный чемпионат по робототехнике зародился в Красноярске, и именно поэтому свой первый юбилей проводят здесь. Основной темой турнира стала добыча и использование полезных ископаемых. Именно для этих сфер команды разработали своих роботов. Соревнования проходят по 11 направлениям, в том числе и партнерские от холдинга N+. Для компании этот проект важен тем, что так они готовят будущие кадры. Развитие робототехники, IT, направлений, автоматизации процессов. Все это технологии будущего, которые нам пригодятся с точки зрения модернизации технического вооружения наших предприятий. Это за этим будущее, поэтому нужно готовить уже сейчас таких специалистов, которые нам будут позволять закрывать те задачи, бизнес, которые перед нами будут стоять с точки зрения глобальных вызовов. Помимо соревновательной части для детей, сегодня прошло пленарное заседание. Там глава города, представители учебных заведений и предприятий края обсудили задачу, поставленные президентом страны. Это формирование инженерно-технологических кадров, поддержку талантливой молодежи и уровень развития робототехники и чемпионата. Мы начинали 5 лет назад с присутствия всего 10 регионов, сейчас их 43. У нас сейчас присутствуют и команды из других государств. Здесь собрались и маленькие дети совсем, школьники начальных классов, которые делают только первые шаги в робототехнику. Собрались уже ребята-профессионалы, которые много лет занимаются этим, которые достигли определенного уровня и которые начинают быть экспертами. Но не только Владислав Логинов, но и Михаил Катюков приехал на чемпионат. Губернатор рассмотрел площадки и даже поучаствовал в матче с робомашинами. Какую кнопку нажимаем? Чуть-чуть от себя подъедьте, сейчас не попадет. От себя? Да, ну, получается, да, в ту сторону, да. Вот. И треугольник. Треугольник. Треугольник? Да. Попал. Все, да. 2 очка. Спасибо большое. Чемпионат проходит при поддержке фонда Хазарета Савмена. Впереди еще 2 дня соревнований, где и определятся лучшие робототехники. Победители получат ценные призы и право поучаствовать в международных соревнованиях в Индии. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, 7 канал.